У меня куркума, а у Вайса сейчас покажу, что. Всем доброе утро. Все, Вайс пилит. Никаких лесов теперь не будет. Так что вот так вот. Распиливает все. Говорит, что не дождался лета. Прощай, кресло наше. Ну что теперь делать? Ладно. А я куркуму сейчас буду пить. У нас уже... Мы с Костасом валялись, а Вайс встал, газет почитал и пошлепался возиться во дворе. Помните, цветочки-то засохли, я их полила, вон они стоят беленькие, возливаются. Ожили, представляете, ожили. Вот так вот. Сегодня у меня будет перестановка цветов. Вот выезжайте на улицу. Сегодня 18 градусов тепла, у нас весна. Весна. Как там? Ну, ласточки у нас уже прилетели. Все, ладно, увидимся. Сейчас я некоторые цветы выставлю. Перестановку сделаю. Видите, еще здесь мусорка. Сейчас эту штучку я вытащу на улицу. Вот эту штучку тоже вытащим на улицу. Вайс внизу занимается. Никак не придет мне помогать. Вчера вот этот цветок, я не знаю, я вам показывала, да, который... Вот такой цветок вытащила здесь. И внизу червячок жрал ее. Я думаю, вот видите, и здесь тоже. Видимо, там, посмотрите. Вот вытаскиваешь, все, корень нормальный. Они, видите, вот полегли, я в прошлом видео вам показывала. Почему нет, и снова вот этот вот. Ну все, стояли ведь хорошо. Ну почему вот они вот эти вот? Что, им земля не нравится? Вот они, видите? Может быть, там червячки их жуют какие-то. Я вот этого не понимаю. И вот эти тоже встряли и не растут. Им не нравится что-то. А там у меня помидор, я сейчас вам покажу. Открою дверь. Прямо растет на улице. Вот там он. Холодно вечером. 6-7 градусов. Он, пофигу ему, он растет. Что делать с этими помидорами? Выставить их на улицу? Перцы-то я боюсь, баклажана. Помидоры. Вот что делать-то? Понятия не имею. Я такой садовод-любитель, что из меня этого самого... Жалко. Все, вот эти вот. Вот такие вот. Видите? Ну что, это кабачок, что ли? Ой, это не кабачок, а баклажан. Жалко. Вот четвертый номер. Перчик стоит. Другие уже выросли. Вон тут третий какой там. Не помню, там какой. Тоже номер три. Номер два стоят все, да. Вот тут вот еще какой-то тут. Вот третий снова стоит. Нормально. Ой, ну-ка. Вот, помните, я высаживала, взлидала несколько сортов. Четвертый вот стоит, не шевелится. Не знаю, почему он не шевелится. Ну, хотя стоит. Ой, что делать, не знаю. Ладно. Я сейчас все пеларгошки, все вот эти вот пеларгонии, о, пеларгонь, да, вытащу все на улицу. Львиный зев вытащу на улицу. Этот, который взошел у меня. Вон, видите, какой голубой, синий такой, фиолетовый такой этот самый. Видите, он уже поднимается кверху. Тоже его вытащу на улицу. Алису сейчас его тоже вытащу на улицу. Пускай будет стоять. Вот сюда надо их выставить все и вынести на улицу. А папочка, он снизу шлепается. Это я купила только что. У меня не всходят. Я должна научиться вот эти вот цветы выращивать дельфиниум. Огурцы потом посажу. Ну вот не всходит, надо вот вытащить эту штучку. И все, а папа у меня там внизу у нас работает. Мне надо подметать здесь, все убрать, вот это все убрать, всю эту грязь. Эту штуку я не смогу поднять, она очень тяжелая. Нафиг этот график. Вот, такие вот дела, девочки, мальчики. Огурчики мои. Петунья моя взошла. Все, вон она там, вот. Видите ее, нет? Ну, не знаю, как она будет расти. Я не даю результатов по первым всходам. Ну, вот огурчики вон потихоньку всходят. Видите, уже сколько.
Чё это ты, муха, здесь делаешь в моих огурцах? Какая нехорошая. Вот. Такие вот дела. Ладно. Вот если продавали, еще бы в Лидле кончились такие штучки, теплички, я бы еще себе купила 5 штучек. Очень классно. Сюда посадила цветочки, когда 2 дня назад. Они уже всходят. Они уже всходят с Лидла. Уже надулись. Вон, видите, там вот белые проклевываются. Скоро взойдут, я думаю. Вот тут тоже. Очень удобно сеять в такие плошки. Мне же не на продажу, мне же для себя. Вот этот и вот этот не всходит здесь. Петунья взошла. А вот здесь так и не всходит перчик. Был у меня здесь перчик. Он так и не всходит. Что делать с ним, не знаю. И здесь тоже, помните, я вам показывала, был росточек, но он не всходит. Я его присыпала чуть-чуть земелькой. Он так и не всходит. Не знаю, что с ним делать. Так и стоит бедный. Ладно. А эти вот повесили головы и все. Ну, ничего не могу с ними сделать. Вот они, вот. Может быть, земля им там не подходит. Может, кто-нибудь там жрет внизу. Вот дорастут. Вот у него листья уже вот такие вот были, вот как у этого. И он все, блям. А этот, видите, вот он. Не знаю почему. Вот этот корешок, видите. Все, корешок здесь наверху. Он так и не зашел, не растет. Вот этот вот вылез и не растет. Не знаю почему. Вот здесь тоже корешок на улице. Я его что-то закопала вчера, и он все равно не растет. Не знаю почему. Не поднимает голову. Ну, все, я не буду их поливать больше. Их вытащу на улицу. Сейчас у нас 18 градусов сегодня. Все, вытащу на улицу. И помидоры, и все, и все. Тут помидорина. Чего-то в ней не хватает. Тянуть не буду. Я вот так вот поставлю. Дети на улице орут, визжат. О, Джуниор гуляет. Гад уж. Кот. Так вот. Ладно. Я начинаю работать. Сейчас отодвину все. И надо ставить туда мне на улицу. Эти ноги для меня большие. Он мне сейчас что-нибудь придумает. Идет, уживает. Я сейчас убрала. Сейчас почищу здесь землю. И все. Потом вымою. И поставлю на балкон. У меня там еще есть одна штучка, куда можно ставить. Штуки надо отсюда убрать, выкинуть. Там земля. Доску еще гладильную не использовала. Мне гладить нечего. Никуда не ходим. Все такие вещи, которые гладить не надо. Вот. Сейчас Вайс идет, мне поможет. Петунью вытащила. Надо ее поставить на этот самый, на тепленькое местечко чуть-чуть. Не знаю, будет расти, не будет расти. Это то, что он мне подарил, помните, с магазина. Лак с ногтей содрала. Все такие ногти страшные стали. Вот. Ладно. Здесь пустой стаканчик. Так и не вырастает, так не проклевываются старые помидорки. Алису сейчас вытащу на улицу. Все это вытащу на улицу. Ладно, идет Вайс. Вот такие вот дела. На улице солнце сегодня. Сейчас вот сюда вот поставлю. Вон еще там, видите, у меня бочка. Помните, здесь машина была стиральная. Раньше не было проблем. Положил эту доску сюда на машину стиральную и все. А теперь надо туда что-то поставить. И вот так выложите мне досочки, чтобы я могла там поставить цветочечки. На солнышке, видите, они. Не знаю. Я обстригла, все отцвели эти самые гортензии. Сейчас другая цветет. Сиреневая. Вот. Тот цветочек так и не принимается, беленький. А этот вот уже какой. Вот помидор, я вам говорила. Сам вырос и сам растет. Не знаю, что с ним сделать. Как он вырос вообще здесь? Вот такие вот дела. И не боится холода. Здесь укроп, здесь петрушка. Смотрите, какая красотулька. Красивенькая такая. А здесь кудрявенький такой. Классненький. Уже можно резать и кушать. Вот этот вот свеженький. Это пускай подрастет. Ладно. Вот такие вот дела.
Так, все, подмела я. Ладно, он сухой был. Ты на кань, штора? Тора, на пара, вторая. Проходишь мы сюда. Кату? Кипу навалишься, мы на пазу. Шкефтики стыпуты? Он забирает у меня эти штуки. Говорит, не дам тебе, говорит их. Ох, если протакували что-то в туалет, что кимита надо парить софта. Я ты дю дюле сканешь, я на кратаж туалу тканешь. Мне надо. Он забирает себе там, он хочет работать с кухней. Пришел. Я его позвала. Он сейчас будет думать, что мне сюда поставить. И ки надували лулуд, если ты алу пагу. Скепшу. А в той не филю апану, но опуш переси, тому ебались. Не. Вали, вали, Кати на кубасте тихо, ки мета апану. Ей, ой, где не плендирю, ты ебались ди утиларис тоте. Эля, а дувриш, я ты филю надувгалю лулудья. Эхи жести. Иду, авта. Талавиш. Аде, надо вриш. Некоторые цветочки поставила на улицу. С полочки убрала. Пускай там будут жить, пускай живут. Нет, значит нет. Вот такие вот дела. У меня еще здесь освободилось местечко. Пускай здесь будет так. И сейчас надо сюда что-то поставить. Вытрать здесь пыль. Поставить. Наверное, вот эти вот цветочки поставлю сейчас сюда. Вытеру. Вась умывается с работы. Пишу. Внизу шлепался. И надо полить некоторые эти самые. Помидорки не политы. Вижу. Чуть-чуть сверху подсохло. Я не поливаю часто, потому что, чтобы не было загноений. Ну, портится. Вот. Такие вот дела. Ладно. Сейчас вытеру здесь и поставлю цветочки туда. Показала вам гортензию. Вот я такую купила гортензию. Я вот сюда налила водичку. Сейчас вот сюда поставлю. О, он уже выпил все. Она уже пустая. Видите, я его сняла с пакетика. Что-то листочки, видите, помялись в пакетике. На солнышке стоит. У нас сегодня солнышко и ветер. У меня здесь стоят цветочки. Сейчас еще налью. У этой гортензии, видите, корешки есть. Я сейчас их и почикаю. Я не хочу, чтобы они высохли. Я некоторые вот эти прям пожертвую цветами. И вот так вот отчикаю и прикопаю, чтобы у меня была гортензия. Вон, видите, здесь вот они тянутся. Видно, наверное, да? Вот они тянутся к земельке. И вот этот вот вообще много. Очень много ростков. Тут у меня плохо что-то дал росточки. А сейчас я вот эти обчикаю и посажу. 3-4 штучки. Пожертвую цветочками. Пускай. Вот, потому что вон там корешки. Вон они. И пускай прирастутся. Вот, гортензия моя здесь. Я сейчас водички туда налью опять. Пускай попьет еще. Видимо, она пить хочет. Эти отцветают. Вот они. И тоже на солнце стояли. Смотрите, быстро завидают. Я их убрала сюда. И надо мне рассаживать. Но я в конце месяца. Пускай еще подцветут. Потом буду чикать их. Вот такие вот дела.